Ты молодчина! Найди все непарные предметы. Найди все парные части головы. Ты молодчина! Спасибо тебе, Красная Шапочка! На здоровье, лисенок! Ты все понял? Думаю, теперь ты можешь решать задачки самостоятельно. Конечно, могу. Это гораздо проще, чем я думал. Спасибо тебе. Счастливого пути. О, кто-то идет. Кто здесь? Дядюшка Ежик, это я, Красная Шапочка. О, Красная Шапочка, как хорошо, что ты здесь. Мне как раз нужна твоя помощь. Я, правда, спешу сейчас к бабушке, но помогу вам. Что случилось? Знаешь, я очень плохо вижу. И вот беда, где-то потерял свои очки. А я хотел нарисовать внучатам новые картинки. Они так радуются, когда их получают. О, давайте я помогу. Спасибо тебе, добрая девочка. Вот посмотри, я вчера начал рисовать. Соедини точки в порядке возрастания чисел. Вот здорово! Соедини точки в порядке возрастания чисел. Молодец! Рисунки получились великолепные. Я это даже без очков вижу. Надеюсь, вашим внучатам понравится. Привет, Красная Шапочка. Можно тебя помощи попросить? Конечно. Что случилось? Недавно в лесу я нашел краски и два свитка. Один с заданием, а второй с картинкой, которую нужно правильно раскрасить. И как только я дочитываю задание и берусь за второй свиток, первый свиток сворачивается, и я не помню, что и как надо раскрашивать. Раскрашивать? Это я умею. Давайте вы будете читать задание, а я раскрашивать картинку. Вдвоем мы точно справимся. Давай. Раскрась шарик в правой лапке зайчика в синий цвет, а в левой лапке в красный. Ура! Правильно! Раскрась чашку справа от чайника в красный цвет, а слева от чайника в желтый. Раскрась птичку на...